На минувшей неделе фотографы южной столицы презентовали свои работы на первой выставке «Алматы. Мой любимый город». Мероприятие проходило в одном из торговых центров. Как и следовало догадаться, все представленные фотографии были посвящены единственному городу-миллионеру страны, расположенному у подножия гор Заилийского Алатау. В настоящее время у нас приняли участие порядка 20 фотографов, и сегодня вы можете увидеть порядка 70 работ. Фотографы сами отбирали наиболее удавшиеся фотографии нашего города. А идея возникла спонтанно, но довольно давно, и мы ее реализовали. На представленных снимках запечатлены живописные уголки города и его окрестностей. Помимо жителей и гостей южной столицы, работы фотографов судило авторитетное жюри. Главной фишкой мероприятия являлось то, что имена фотохудожников не афишировались до момента объявления победителей выставки. Таким образом, судьи оценивали работы, невзирая на имена и прежние регалии. Помимо трех призовых мест, фотографов ждала специальная номинация за самую креативную работу. Мне очень нравится, что фотография в Казахстане поднялась на новую ступень, на новый уровень. Я думаю, тут есть достойные работы. Я думаю, что парочку лично я бы точно сам бы себе тоже на стеночку повесил. Также гостям мероприятия была предложена музыкальная программа, после которой всех ждал фуршет. Увидеть Алматы в разных его проявлениях глазами профессиональных фотографов можно будет до 7 июля.